Минулий рік видався складним в економічному плані для багатьох сфер життя. На це вплинула пандемія. І особливо для бізнесменів це питання постало дуже актуальним. Сьогодні в нашій студії ми поговоримо з гостем, який володіє ресторанним бізнесом в Україні. Він розповість про всі за і проти самої пандемії. Вітаємо в нашій студії наш ранковий гість. Доброго ранку. Дякуємо, що до нас завітали. Усама Кафе – відомий український ресторатор, засновник та президент міжнародного ресторанного холдингу «Ельф Кафе Груп», двічі людина року, меценат та благодійний діяч. Вітаємо в нашій студії. Раді вітати вас. Ми знаємо, що сфера харчування найбільше постраждала під час пандемії. От скажіть, будь ласка, як ви з цим боролися? Ну, в самом деле мы не боролись, мы адаптировались. Когда получился первый локдаун, для нас, для всех был шок. Поэтому, когда прошел второй месяц, мы хотели обратить наше государство на безработицу, которая случилась. И мы сделали несколько таких мирных акций, как «We need the work», не знаю, слышали об этом. Вот. И плюс к этому мы стали ближе к других рестораторов. И создали две общественные организации, которые могли бы представить наши интересы перед государством. Дальше я скажу по поводу бороться. Боролись против нас, вот скажу, да. Вот когда вот стоит патруль полиции перед рестораном в 9 часов, чтобы рассчитывать людей, с автоматом заходят, естественно, это был другой разговор, потому что мы не могли давать... Ресторан – это атмосфера, прежде всего. Поэтому мы адаптировались, мы понимали, что это есть реальность, и вот идем дальше к этому. А вот скажите, а коллектив, у вас же великий коллектив, были массовые звільнення, чи что робили с коллективом? Ну, мы лично абсолютно никого не увольняли, мы пытались поддержать максимум людей. Костяк остался, ну, как своей роде, это природная чистка. Угу. Некоторые ушли, некоторые пришли к нам, а основное есть, слава Богу. Но вы поддерживали весь коллектив, так? Вы, конечно, ну, конечно. Платили зарплатню? Мы поддержали максимально, но, к сожалению, скажу, что не так в том объеме, который хотелось быть. Мы компания с 20 лет опыта, да, и у нас люди работают с первого дня, есть люди, которые работают. Костяк остался, костяк понял, в чем вопрос, потому что шла какое-то сокращение, заработная плата, какие-то неудобства однозначно. Ну, мы пытались объяснить максимум, но, к сожалению, не так, как хотелось бы. Да. А что вы выгадывали, чтобы втриматься на плаву и, например, возможно, что-то примножить? Вот я и как озвучил, мы компания с историей, нам 22 года, и мы прошли 4 кризиса со своей команды. Поэтому у нас и серьезная команда, которую я всегда об этом говорю и горжусь этим, без команды никуда. И мы расписали дорожную карту, оптимизировали свои расходы, поняли свои возможности, и мы идем дальше, как бы. Как бы, слава Богу. Ну, а як ви думаєте, вдасться от середньому малому бізнесу так втриматися, якщо далі буде так продовжуватися ось ця пандемія? К сожалению, з першого локдауна дуже багато не виходили з цієї пандемії, да? І коли люди почали тільки оптимізувати і починати працювати, от прийшов цей локдаун вихідного дня, як ви слышали, це фантастика просто, да, вона убила тих, які могли б стояти. І зараз стоять тільки или стойки, которые имеют в собственности свои заведения, или как бизнес, или те, которые у них финансовая подушка, или которые имеют действительно реальное понимание с партнерами. Поэтому надеюсь, что этот третий локдаун, который был в январе, это последний, и люди смогут уже рассчитывать и иметь какую-то ясность на будущее. А ты кажется, что выходного дня дуже вплинув, так, локдаун? Ну, взагалі... Конечно, в ноябре это был выходной локдаун выходного дня. Это, я скажу, это хуже, чем первого локдауна. Потому что, так. Конечно, потому что обязательные платежи никто не отменял. И тяжело было объяснять. Партнеры, арендодатели, и, а также обязательно платежи, свет, вода и так далее, они все шли как шли. И даже вот, честно, как сказать, смешно, да, когда вот ты говоришь, ну, нас закрывают на выходные, они говорят, ну, это 8 дней в месяц, ну, это же, эти 8 дней в месяц, это составляет 70-80% дохода. Так, больше выходных, что доходит. Конечно, конечно, конечно. А от мы знаем, что вам дозволили, взагалі, всем закладам харчування дозволили працювати на виніс, так? Да. От що найбільше людей замовляли в час локдауну? Ну, нельзя отличать. Люди как заказывали, так и заказывают. То есть они заказывают по меню, то, что им нравится. Но спасибо нашим дорогим гостям, что именно вот в этом локдауне, который в январе месяце, они заказывали так на большой столик для праздники и так нас поддержали.
Спасибо большое, да. А ви вигадували щось таке, там, якісь акції для людей, що на виніс, ще якусь доставку? Обязательно, конечно. Ми завжди лояльні к нашим гостям, ми завжди держимо руку на пульсі, завжди как бы, даємо то, що нравиться нашим гостям. Ми зробили дуже масову акцію. Потому що зараз не йде речь о прибіль или о какой-то там коммерции. Зараз йде речь о том, щоб ми поддержали нашу марку, поддержали наших гостей, поддержали наш персонал, поддержали, в конце концов, наш бізнес, который он може рухнути, не дай Бог. А от якщо не секрет, от яких втрат ви зазнали, так, от в минулому році, ну, в минулому році, так, під час пандемії? Фінанси, як ви зменшили? Фінансово, це довго розказувати, але я скажу, як є. Тобто, коли ми виходили з першого локдауну, ми виходили, коли нам розрешили працювати на літній майданчик, літній площадці, ми виходили 25-30% від обороту прошлого року. Ми тільки в август-сентябрь ми виходили на 50%. Сентябрь, октябрь, мы видели свет в конце туннеля, и мы выходили на 60-70. Я ставил прогноз, что до Нового года мы выходим на 80%. Но, к сожалению, ноябрь, когда карантин выходного дня, он нас вернул до первого локдауна, и он нам дал наследство очень тяжелое. Поэтому я скажу так, в целом за год, вот, хорошие компании, они выходят на 50% оборота прошлого года. Вот, вот тут, где кто сможет оптимизировать, на 10%, тот ему сможет быть на плаву. И это влияет на это финансовая подушка, понимание партнеров, сильная команда и репутация. А от зараз, коли закінчився вже локдаун, але в людей немає грошей, просто мені здається, ходити по кафе. Як, збільшилась кількість людей чи зменшилась? Я скажу вам, люди, наші гості скучають по нас, і вони ходять, і ходять, і ходили б більше. Головне, щоб дали можливість ходити. Потому что ресторан – это атмосфера. Когда вы празднуете день рождения, так, и вам говорят, вам до 10, а полдесятого стоят с автоматами, вам говорят, рассчитывайтесь уходить, ну, это тяжело. Поэтому люди хотят ходить. И в самом деле, как бы, рестораны готовы придерживать все санитарные нормы, для дать ту атмосферу, которая нужна, и придерживать все рекомендации МОЗа. А от зараз ви так само дотримуєтесь так сурових умов МОЗу, так, щодо дотримання карантинних вимог. Взагалі, як от боретесь? У вас взагалі багато ваших працівників також чи перехворіли, чи на пандемію коронавірусу? Тобто, як соблюдати норми? Так. Ну, я скажу, що ресторани – це завжди було до карантину. Це та зона, яка завжди придержувала санітарні норми. Ніхто не відміняв санітарних служб, які перевіряють регулярно. Ресторан – это как больница, он должен быть чистый и продерживать все нормы. И плюс мы, как компания, у нас внутренняя санитарная служба, которая всегда это проверяет. Поэтому нам легко продерживать все нормы, которые МОЗ рекомендует. И мы всегда об этом кричали и говорили, что рестораны могут продерживать, несмотря на других сферы, да, не будем называть как в метро, в других сферах, супермаркет, например, да, толпами люди ходят. Но в ресторане нормально, расстояние между столами, дезинфекция и так далее. Поэтому мы все это поддерживаем, и мы это настаивали, и настаиваем, и будем настаивать. Це головне. От вашому холдингу вже понад 20 років, і ви тримаєтеся отак от на плаву. Ви щось вигадуєте нове постійно, чи як от нести? Це не так легко, тому що люди, коли ходять у ресторан, потім їм набридає, хочеться щось цікаве. Вони шукають інший ресторан. А ви як втрималися 20 років? Во-первых, нашим холдингу 22 роки. От, ми не те, що держимо, ми даємо нашим гостям те, що їм подобається. Мы всегда держим руку на пульс, мы всегда смотрим, что, какое новшество. У нас разные бренды. Да? Сегодня модно такое, завтра модно второе. Не только в меню, не только в заведении, а новые форматы мы даем. Поэтому мы вот так пытаемся как бы бить плеч к плеч к нашим гостям. Я думаю, что ми теж в цьому році будемо радувати нашим гостям новим концепціям. А от якщо ми вже згадали про цей рік, так? Які плани у вас на цей от рік? Вы знаете, планы сейчас тяжело нарисовать, но для нас есть цель. Первая цель – это восстановить все, что нарушилось, поставить все на рельсы и вернуть ту крепость, которая была. Это первое. Второе – есть, мы понимаем наши ошибки, мы понимаем, что некоторых объекты нужно переформатировать в другом формате, который соответствует сегодняшнего дня. Плюс мы хотим открывать новые рестораны, которые были намечены вот, в прошлом году. Мы сейчас собраны, и это будет в количестве где-то 5 ресторанов, которые будут радовать наших дорогих гостей.
А от незважаючи на всі такі складності локдауну, фінансово, ви все рівно займаєтесь благодійністю. І дуже так, ну, часто займаєтесь чим. Що спонукало? Чому благодійність? Ну, це все просто. Все, що я маю, це благодаря Богу. Тому я вважаю, що у кожного людини є меседж. Мой меседж – це ділитися з окружающим і з обществом, в котором я нахожусь, бути болезненим. Это первое. Второе – это как бы наследство. Мой отец тоже занимался благотворительностью, мой дед тоже. Поэтому я люблю отдавать, я не люблю быть потребителем. Я хочу быть человеком, который действительно приносит пользу. От ми всі знають, що ви відомий ресторатор, так? І ви розпочали свій бізнес в Україні, вже він понад 20 років існує. От скажіть, будь ласка, поради дайте нашим глядачам, які хочуть відкрити власну справу, але не знають, з чого взагалі почати. От які потрібні якості характеру? Що взагалі потрібно для цього? Знаєте, я завжди говорю, як говорила моя бабушка, віра, команда і труд успіху тобі приведуть. От так в краткому. Коротко, а от риси характеру людини. От це ж потрібно все в собі поєднувати. Сила волі, там, і силу волі, мабуть, величезну. Звісно, віра в свої сили. Не можна розраховувати на свої зусилля і на час. Время – это очень играет большую роль. И на свои усилия нужно правильно рассчитывать. И нужно не бояться, нужно идти вперед, если ты понимаешь и веришь в том, что ты делаешь. Потому что мне спрашивают, как ты начал с нуля? Ну, я начал, потому что я верил в это. Вот сегодня, когда я вижу среди людей, которые вокруг, ну, сейчас не то время, сейчас так нельзя, и нельзя это делать. Наоборот, это то время, когда нужно действительно мыслить правильно, нужно адаптироваться и идти вперед. Не треба боятися. Я сподіваюся, що з таким меседжем все буде у вас добре, ніякі локдауни вам ніяких не згод не принесуть. Тільки вперед. Найголовніше – любити те, що ти ділиш. От найголовніше – і наслаждатися дорогою. Якщо ти не любиш те, що ти ділиш, ну, краще не починати. Тому що якщо ти йдеш просто таким, я говорю о творчій роботі. Якщо ти просто дивишся, як заробляти гроші, можливо, це не вийде. Якщо ти ділиш те, що серце підказує, ну, 100% це підписано на успіх. А команду як набрати? От як підібрати спеціалістів? Де ви їх шукаєте? Де їх шукати? Тому що коли береш оголошення, не завжди ти знаєш цю людину, яка приходить до тебе. Я вам чесно скажу, може бути, це буде виглядати странно для бізнесмена, любов'ю. От, 100%. Тому що я скажу, що більшість нашої команди, от зараз вони можуть нас слухати, вони не були професіоналі своє діло. Зараз, звісно, ми набираємо професіоналі на процесі, але в самому початку це віра, вони вірили в мене. Понимали, что вот мы идем вперед, и мы начали. Вот я помню, как директор по развитию пришел, говорит, он пришел на инженер. Я говорю, ты директор на развитие. Он говорит, почему я? Я говорю, потому что ты. Все, я тебе научу, расскажу, как все будет. И все прекрасно, все великолепно, идем дальше. Поэтому, вот как вы мотивировали своих співробітників навіть у найскладніший час? От навіть візьмемо ту ж саму пандемію, так? От важкий час, немає постійних коштів. Як от мотивувати, щоб, знаєте, щоб вони далі от залишалися з вами? Тому що ви сказали, що у вас кістяк головне, так? Воно залишилося і пройшло далі. Я скажу вам маленький секрет. Вони мені мотивують зараз. Тому що прийшло час, коли діти і баби виростали, і коли вони підтримують папу. Они когда видят, что вот сейчас сложное время и тяжело, они всегда ну, рядом и плечи дают, и все. Это не может меня не мотивировать. Они мои мотивации, и я думаю, что я их не подведу. Поэтому... Мені здається, що у вас там ціла родина, знаєте, ви от якось з любов'ю як і підбираєте колектив, і далі от він виростає разом тільки з вами, так. І тільки, тільки так бізнес розвивається. А от ще таке питання, от якщо от ви думали, мотивували, а от що вас саме, знаєте, мотивує, можливо, якась відома людина, там історична персона, з якої ви брали приклад, знаєте, для себе, наслідували його якісь дії, таким чином ставало все більше успішнішим і кращим? Но я когда вижу искра в глазах людей, именно молодых людей, которые хотят себе реализовать, конечно, это большая мотивация. Вот я сейчас, например, во время пандемии пришел к нам человек, который хочет как бы себе реализовать. Он сказал, я такой профессионал, такой-такой. Я сказал, у нас пока на такой вакансии нет работы. И мы бы работали через некоторое время, получилось так, что действительно не по надобности этой вакансии. Он сказал, вы знаете, я про вас очень много считал, я хочу просто быть частью вашей команды. Мне нужно вот так и все. Я говорю, как ты будешь жить, как бы, да? Он говорит, ну, я хочу быть с вами. Вот я уважаю этого человека, потому что мы начали работать, и действительно бизнес начал продвигаться, и вот его тема начала идти вперед и так далее. Поэтому человек, который хочет себе реализовать, найдет возможности. А чоловік, який не буде себе лізати, знайде мільйон причин. А от за кордоном зараз дуже багато рестораторів беруть приклад закордонних ресторанів. Ви щось запозичуєте? Ага.
Но я хочу сказать, что у нас есть большой опыт за границей. У нас тоже рестораны за границей. Естественно, мы смотрим, мы адаптируем, а также от нас берут. То есть это мир такой. Так. Конечно, мир такой. Но мы ничего не берем готового, абсолютно. Должен быть Magic Touch свой однозначно. Вот, например, мы берем итальянский ресторан. Ну, много итальянских ресторанов. Но наш, он отличается от других. Вот, например, берем грузинские рестораны. Когда мы начали грузинские рестораны развиваться, все говорили, слушай, ниша занята, и ничего хорошего с этого нет. Нет, мы ставили свои фишки, свою атмосферу, и они успешны, работают. Поэтому кто как творчески к этому подойдет, хлеб зрелище. Головна ідея, знаєте, коли ідея, коли очі світяться, все вийде. І от останнє питання в нас на сьогодні. Знаєте, от коли виникає в кожної людини якийсь складний такий, знаєте, час, проблеми постійні, як з них вийти? От що потрібно? Не лише це віра в себе, можливо, підтримка. От що потрібно? Якщо знаходимо проблеми в собі, ну, як, саме головне смотрити проблеми в очі. Коли ти зводиш в очі, ти забираєш 50% її енергії, а 50% – це рішення. Я считаю, что нельзя прятаться за свой палец. Как только начнешь прятаться за свой палец, ты уже теряешься. Поэтому нужно понимать, что ты берет факты, нужно смотреть вопрос, какой он есть, и 100% Бог откроет тебе три дороги, не одну. Ти вибереш, який лучше для себе. Знаєш, Наталі, ми сьогодні просто для себе дуже багато класних таких лайфхаків для життя, так. Дійсно, як досягати успіху. Ви хороший мотиватор, вам подальших успіхів, розвитку, хорошої команди, ідей і тільки вперед. Спасибо. Беремо приклад і розпочинаємо свій бізнес. Тому ніякі локдауни нам не завадять цього. Так, тому віримо в себе, не боїмося починати щось нове. І головне, прислухаємося до порад нашого гостя. Ну, а ми продовжуємо нашу ранкову каву. Повернемося за декілька хвилин після музичної паузи.